Приветствую вас, друзья мои, и добро пожаловать на канал. Сегодня мы продолжаем прохождение Assassin's Creed 2. Я желаю всем приятного просмотра. Итак, мы с Эцио и Леонардо в Венеции. Мессер да Винчи? Да. Бонжорно. Я Альвизе. Сеньор Доне попросил меня проводить вас в мастерскую. Вы готовы? Бенвенутто. Совершите небольшую прогулку по Венеции, Сальвазе. Ах, Венеция. Какой... Альвизе де Вилардино. Год рождения 1441. Носильщик. Альвизе, уроженец Венеции, несколько лет работал носильщиком, но затем, уверовав в превосходство вооруженных сил своего города, пошел служить во флот. В 1500 году ему поручили защищать от турков крепость Мадон. Однажды после веселой пирушки Альвизе проснулся от грохота турецких пушек, обстреливавших город. Запаниковав, он побежал по палубе, споткнулся, выпал за борт и утонул. Когда стало ясно, что венецианцы проиграли битву, капитан корабля обвинил Альвизе в преступной халатности и исключил из списков личного состава. Замечательное место. Самый прекрасный, самый тихий город на свете. Идем, я покажу вам ее чудеса. Первая остановка. Мост Риальто. Смотрите, как он возносится над большим каналом. Это... Сан-Джакомо ди Риальто. Церковь Сан-Джакомо, старейшая в Венеции, была основана в 421 году. Сейчас на ее месте стоит церковь, возведенная примерно в 1071. Фасад 15 века украшен великолепным циферблатом 24-часовых часов. В эпоху Возрождения купцы, торговавшие на ближайшем рынке, приходили сюда, чтобы помолиться. По крайней мере, так они говорили своим женам. Символ единства венецианцев. Идем дальше. Вот и она, Сан-Джакомо ди Риальто. Самая старая церковь Венеции. Разве она не прекрасна? А башня с часами – магнифико. Магнифико. Идем, идем. Это далеко не все. Идем, дядя, идем. Дай же смотреть. Сам рассказал, а сам насторожен. Рассказал, давай постоим, посмотрим. После пожара во время фестиваля на площади Сан-Поло. Ребятки, хочу напомнить, игра 2009 года. На то время игра выглядела просто шикарно. Иди за проводником, Эцио. Идем, идем. Ой, извините, тетя. Я просто вас не увидел. Ни в одном городе нет рынка, равного этому. Пряности и шелка, товары из дальних стран. Тут... есть все. Ты нарушил закон о торговле. Но я же заплатил. Я имею право тут торговать. Эмилио, дисагриз. Нет, нет, остановитесь. Давайте пойдем дальше. Что это? Рэкет. Рэкет того времени. У нас 90-е было примерно такое же. Так, что стоим? Она прекрасна, правда? Ты не купишь ее мне? Я, забыл деньги в сумках. Смотри, куда идешь, болван! Ой, чувак, у тебя кошелек сперли, походу. Ну чё, он же увидел, что кошелек сперли. Или не увидел, или... А это Палаццо де ла Сетта. Дом Эмилио Барбариго. На него стоило бы взглянуть, но... учитывая последние события... А что случилось? Барбариго пытается объединить торговцев в одну гильдию. Они сопротивляются. Некоторые яростно. Сопротивляются? Они говорят, что сражаются за народ.
за свободу или что-то в этом роде. Это чушь, я считаю. Мой прилавок. Я требую компенсации. Получай! Дош узнает об этом. Я пожалуюсь на вас совету. Желаю удачи, друг. Что вы делаете? Ты нарушил закон о торговле. Что? Вы это только что придумали. Нет такого закона. Теперь есть. Остановитесь! Палаццо Делла Сетта. Дом самого могущественного торговца Венеции Эмилио Барбариго. Строительство Сетты, как называли дворец местные жители, было завершено в 1450 году. Этот дворец – выдающийся образец венецианской готической архитектуры. Он мрачный и грозный, но вместе с тем светлый и воздушный. Да. Это классика. Все те, кто говорят, что борются за свободу, это те люди, которые просто хотят власти. А свобода – это такой красивый маячок, которому давайте вперед, за свободу. Вперед на баррикады, а сами хотят просто бабки и власть. А сейчас ваша мастерская, мессер да Винчи. И эта игра это хорошо показывает. Мы не жалели денег на устройство. Увидите, она ничем не хуже флорентийской. Я желаю вам успеха. И надеюсь, что вы полюбите Венецию, как она полюбит вас. Волнующий момент, не правда ли? Не хочешь зайти? В другой раз. Мне еще нужно попытаться получить аудиенцию у Эмилио. Если у тебя найдется свободная минутка или еще одна страница кодекса, заходи, не стесняйся. Спасибо, друг мой. Динула. Эмилио Барбариго. Титан индустрии, гроза преступного мира. Пользуясь поддержкой своей семьи, он установил монополию на рынке, устраняя конкурентов и подкупая чиновников. Он почти единолично финансировал венецианскую городскую стражу, что позволяло ему бороться с преступностью и уклоняться от уплаты налогов. Эмилио утверждает, что он сторонник республики. Но когда полиция в твоей власти, свобода голоса призрачна. Равно, как и твои оппоненты. Глава, год рождения 1421. Глава гильдии купцов. Дворянин. Ну ясно. Олигарх того времени, можно так сказать. Итак, что у нас теперь? Мастерская Леонардо в Венеции. Когда Леонардо да Винчи жил в Венеции, он служил военным инженером. Кроме этого, он утверждал, что работает над портретом знаменитой Изабеллы Десте, набросок которого сделал во время посещения Мантуи. Но хотя Леонардо неоднократно уверял Изабеллу в том, что усердно трудится над картиной, портрет так и не был завершен. Многие историки утверждают, что Леонардо был в Венеции всего один раз. Однако, похоже, эта мастерская была для него своего рода убежищем, и он неоднократно возвращался сюда на протяжении всей своей жизни. Понятненько. Так, а ну, открываем Google Maps. Что мы видим? Мы не видим ничего. Тогда точка обзора откроем, потому что хоть мы не видим вообще, город закрыт пока для нас. Идем синхронизируемся. В жизни не видела ничего подобного. Клоун из него так себе, верно? Блин, почему здесь клоун? Почему клоун? Если он прыгает, то скорее гимнаст. Почему здесь клоун? Никого здесь не веселит. Немножко непонятный комментарий, конечно, от местных жителей Венеции. Ну да ладно. Тебе нельзя здесь находиться. Так, у меня, кстати, флешишь мне не помогает.
Где точка синхронизации? Городской совет запрещает гондольерам злоупотреблять выпивкой. Так, походу здесь. Мое. Да-то привет. Все торговцы восточными пряностями облагаются новым налогом на содержание арсенала. Об условиях освобождения от налога дайте в полном тексте указа. Граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших в Гранд-канале, городской совет... Правильно, мы в правильном направлении, так сказать. Да, вот. Посмотрим, все круто. Да, ребятки. И это 2009 год. На то время игра просто шикарна. Да она сейчас неплохо выглядит. В принципе. Так, часть города открыта. Зайдем к кузнецу. Полюбопытствуем, что есть в него, кстати. Граждане, после недавней кампании городская казна опустела. В связи с этим вводится... Пьян. Почему пьян? Человек просто бежит. Почему сразу пьян? Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Ну, посмотрим, есть ли не так. Ремонт. Да, починимся. Что нового из доспеха? Ага. Броня. Покупаем наручники. Оружие. Ятаган. Прикольно. Вон скорость отражения. У нас пока денег не хватает. Ладно. Всегда рад, сеньор. Приходите еще. Окей, прибудем. Итак, двигаемся к заданию. Свежие пиявки! Кому нужно пустить кровь? Все торговцы восточными пряностями облагаются новым налогом на содержание арсенала! Мои фрукты! Освобождение от налога! Прошу прощения! Дайте в полном тексте указа! Пошел прочь! Внимание! После пожара во время фестиваля на площади Сан-Поло дождь повелел ввести стандарты для изготовления фейерверков.
Полный текст указа вывешен в здании гильдии. Крестьянам, слезай, или я тебя сброшу. Мое место в канаве среди мусора. В связи так, с увеличением числа утонувших в гранд-канале, городской совет запрещает гондольерам плотный бег выбирай. Кто научил тебя так двигаться? О, ребята, это годы практики. Так двигаться. Я не понял, что не хотят мне дать синхронизироваться нормально. Прыжок веры, как всегда, хорош. О, девочки, мое почтение. Внимание! Ордена Базара во время фестиваля на площади Сан-Поло. Как проникнуть во дворец? Я залезу по стене и... Нет, так далеко я не прыгну. Нужно найти другой путь. Петь это подруга. Эй, мне нужна твоя помощь. А я тебя знаю. Нам нужно уходить. Ты так и не извинилась за то, что сбила меня. Уходим. Вабене, куда? К воде. Да тут везде вода. Отметина на память. Помогите Розе добраться до реки. Нифига. Убейте его! Я не понял. Вот он! Взять его! Они приближаются! Да уйдите, блядь. Благородные цены для благородных... Взять, подонка! Подойдите поближе. Я вас не отпускаю. Я бы без тебя справилась. Я не пойму, зачем она пижонит? Без тебя справилась. Не справилась без меня. Они приближаются! Все, справилась. Я бы без тебя справилась. Опять без тебя не справилась. Еще раз. На одной ноге прыгает. Кто хочет подохнуть первым? Вот это сразу минус два. Ага.
Блядь, двоих, глянь. Что с одним ударом? Почему ты медлишь? Быстрее! Так, подруга, не торопи меня. Я так делаю все, что могу. Не трогайте меня! Они приближаются! Я постараюсь убить вас побыстрее. Нет, где твоя честь? Друзья мои, меня так научно. Я бы и без тебя справилась. Я вижу это, друзья. Ты, Лео Депутана! Может, я твой отец? Чёртовы лучники! Беги! Не думай! Просто беги! Я бы и без тебя справилась. Не трогайте меня! Зайдем. Ну что такое? Осторожно, не спите! Кристо, моя нога! Ты можешь идти? Я не расслышал твое имя. Роза. Он рад, Роза. Я Эцио. Я знаю. Откуда знаешь? Что значит «я знаю»? Да. Наши ребятки там нас страхуют, да? Ну да. Я как-то сразу рядом. Этот эликсир состоит из... Уго! В чем дело? Роза ранена. Давай ее сюда. Дальше мы поедем на лодке. Осторожно. Со стражниками я разберусь. Защитите гондолу. Убей их, Эцио, быстрее! Уходи! Врачу! Он там, вперед! Сто процентов лучше. Не останавливайся! Проложи нам путь! 100% лучше ваншотить вот этими клинками, чем саблями с ними попадать. Не на крыше! Сделай что-нибудь быстрее! Блядь, не торопите меня. Что будет сейчас снова? Ух ты, я здесь. Да беги, никто вам ничем не угрожает. Беги, беги. Ты. Давай, давай, давай. Го-го-го. Тебе не уйти! Они стреляют в нас! Да знаю, вижу я, блин.
сейчас. Я доволен. А, вот он еще один. Отлично. Они стреляют в нас. Ребята, я делаю так, что вас еще пока ни разу никто ни разу не выстрелил в вас. А вы кипиши. Всем, кого я здесь увижу! Остановите его! Молишься позже. Порко демонио. А сейчас мне нужно встретиться с Антонио. Осторожно. Предоставь это мне. Найди Антонио. Руку делай, что он говорит. Валютимо ривато дали ордени. Ох, она и дерзкая вообще, капец. Ее, конечно, можно понять, она... Ты что, не видишь? Я ранена. Враждует с чиновниками местными. Я так устала. Эй! Очнись! Нам нужна помощь! Где Антонио? Займись делом, расчисти для нее место. Клади ее сюда. Дома. Мы послали за помощью. Спасибо. Роза, что произошло? Вытащи из меня эту штуку. Сейчас, сейчас. Дай я посмотрю. Оба отверстия чистые. Это хорошо. Вытащи. Роза, мы должны... Давай! Камелон. Тянетала. Держи ее. Извини, Пикола. Свои извинения засунь себе в задницу. Приведи Бьянку, живо. Помоги мне. Как? Возьми чистый лоскут. Когда я уберу руку, прижми лоскут к ране. Ты готов? Давай. Порка путана. Бен Фатту, ты отлично справляешься. У нее сильный характер. Заноси Розу внутрь, тогда Бьянка сможет зашить рану. Самое страшное позади. Чума на твою голову, бастардо! Чтоб тебя и твою шлюху мать! Спасибо. Роза дорога мне. Если бы я ее потерял... Не могу пройти мимо женщины, попавшей в беду. Да, я знаю. Не удивляйся. Мы все про тебя знаем. И про тебя, и про твои дела в Тоскане. Неплохо работаешь, хотя и... грубовато. Ты знаешь, зачем я в Венеции? Догадываюсь. Зайди ко мне в контору, как-нибудь. Нужно кое-что обсудить. Грубовато, зато эффективно. Воровская гильдия Венеции.
Воровская гильдия Венеции была основана примерно в 1465 году. Так как она была вне закона, то не имела постоянной штаб-квартиры. Хотя городской совет неоднократно пытался покончить с ворами. Преступникам никогда не оказывалось на месте, когда стража шла их арестовывать. Ну ясно, что сидеть ждать, когда их придут арестуют, что лишаться свободы. Так, а ну давайте тут синхронизируемся. Можем как-нибудь залезть отсюда наверх. Так, наверное, нужно будет еще наведаться в особнячок. Там суднук пополняется, а нас там почему-то нет. Так, 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 вот нам сюда. Прыгаем, Айцел. Карта обновлена. У меня есть обычные средства. Ну, в принципе, ясно. И лекарство из далекой Аравии. Как раз тут рядом. Здоровье ждет вас. Я это особо и не использовал лекарство. Ну, поддокупим. На всякий случай. Тебе уже стало лучше. Конечно. Наверное, заключил какой-нибудь пари с пьяным. Эго, что тебе предложить? Печенье? Кофе? Кофе? Интересный напиток. Варить его меня научил один турок. Вот, попробуй. Немного горьковат. Чего-то не хватает. Даже не знаю, ты не пробовал добавить в него сахар или молоко? Думаю, к этому вкусу просто надо привыкнуть. Довольно об этом. На чем мы остановились? Провал во дворце обошелся нам очень дорого. Нам нужно время, чтобы оправиться. Эмилио, конечно, воспользуется передышкой и продолжит угнетать горожан. У нас разные побуждения, но цель у нас общая. Может, предпримешь еще одну попытку? Спешка приведет лишь к новым потерям. Нет, мы должны как следует подготовиться. Я не могу сидеть на месте и ждать. Это и не требуется. Лучше помоги нам. Мои люди занимаются насущными делами. Найди их, они дадут тебе работу. Чем скорее ты поможешь им, тем раньше мы нанесем удар. Молто бене, месере. Я согласен. Это верное решение. Так, ух ты, сколько тут раз задания. Не понял, это что, это раненая стоит, что ли?
Чего она тут тусуется? Это нам... так, три задания дали, да? Кстати, а здесь нету гробницы ассасина. Должна быть в Венеции, по идее, все-таки шикарно. Но я не вижу. На карте не показано. Ладно, давайте с этой подругой пообщаемся. Привет, Роза. Ты быстро поправляешься? Как тебе Венеция? Симпатичный город, но как вы терпите такую вонь? Ужасно. Так, что привело тебя ко мне? Я надеялся, что ты мне поможешь. Помогу в чем? Я хочу научиться лазать, как ты. О, это можно. Франко научит лучше, чем я. Франко, живо сюда! Покажи Эцио, как забраться на эти леса. Сначала надо повиснуть. Перепрыгни на уступ вверху. Схватись за него рукой и подтянись. Так, понятно? Кажется, да. Сейчас проверим. Попробуй сам. На личном примере. Научитесь у Розы подтягиваться в прыжке. Ну, как-то прикольно это выглядит, блядь. Прыгай, Эцио! Когда дамочка, у которой 2 минуты назад была стрела в ноге, научи, говорит, меня лазать. В верхней точке хватайся за уступ! Окей. Ну как? Получилось? Можно и лучше. Ах, ты ранила меня в самое сердце. Ладно, хвастун. Теперь испытаем тебя. Я весь внимание. Встретимся у входа во Фрари! Вы научились подтягиваться в прыжке. Ну, посмотрим, насколько это полезно. А, Эцио, я надеялся снова увидеть тебя. Мне нужен твой совет. Конечно. Что тебя беспокоит? Эмилио настроил часть моих людей против меня. Взятками и шантажом? Да. И мы не можем действовать, пока не разберемся с предателями. Они где-то здесь. Следят за нами и доносят Эмилию. Недолго им осталось шпионить. Уборка в доме. Найдите предателей среди воров. И убейте их нафиг. Это с удовольствием. Предатели вообще это капец. Самые мерзкие существа. Антонио, год рождения, 1443. Старшина гильдии воров Венеции. Антонио родился на самом дне венецианского общества. Его отец был сапожником, а мать служанка в семье Беллини. Антонио сам научился читать и писать и попытался поступить в Падуанский университет. Ему было отказано в связи с неблагородным происхождением. Документы, найденные в архивах, свидетельствуют о том, что он пытался поступить и в другие итальянские университеты, но безуспешно. Примерно в 1465 году его следы исчезают. И он снова появляется на сцене лишь 4 года спустя в связи с ограблением дома в Венеции, который принадлежал ректору университета Падуи. Таинственным образом Антонио удалось бежать из тюрьмы. Согласно показаниям одного из тюремщиков, незадолго до побега Антонио сказал: «Упорным трудом пробиться в Венеции невозможно. Если ты хочешь большего, то должен взять это сам». Ну да. Ладно, понеслась уничтожать предателей. Ух ты, не сюда. Предатели — это самые гниды. Хуже некуда, когда человек, который рядом с тобой, которому ты веришь, доверяешь, открываешь свои секреты, он хлобысь тебя и предал за там.
за пару серебряников. Тик. Вау. Какая сила! Действительно. Так, подождите, что-то я вот что-то в этом районе, походу, как один из мудаков. Это так, на всякий случай. Мы так увидим его, нет? А вон на лодочке все увидели. Высоковато прыгать, да? Ладно. Да, вон он. Да ладно, мы уже спалились. Идем. Пофиг, мы уже спалились. Так же с ним порешаем, без всякого. Ничего подобного. Все. Слава. Минус один. Крыша быстрее будет дело. Венеция, город на воде. Сбор налога на содержание арсенала. Об условиях освобождения от налога. Я уже ухожу. Не обращайте внимания. Подходите, друзья! Кровопускание. Кровопускание. Слушайте, слушайте! Я распродаю излишки. Ой-ой-ой, бля, все прицепится сейчас, не хочется с ним. По делу идем они. С этими уродами тут. Так, ага, вон, кажется, я вижу. Да, вижу. Это очень это про смерть от клинка, про мстителя. Господи Иисусе, помоги! Отпустите меня! Пожалуйста. Ты тоже, чтоб не махал тут булавой. Женщина, тебя никто не тронет. Бежать! Минус два. Ага, церковь Сажа Старейшая Венеция была основана, это мы уже читали. Каждого гражданина республики предупреждать об этом гостей города. У тебя что-то болит, друг? Душа болит за ваш город. Что вы тут у вас чиновники бесчинствуют? Давай, Эдсон, что такое, бля? Куда-нибудь, прыгай.
спаси, Господи. О, мои штаны. Нет, нет. О, о мои штаны. Мы инкогнито. Да ё-моё. не долетел немножко. Чтобы уцепиться на лоб. Так, смотрим. Это полисмены. Они нам не интересны. В данный момент. Девочки, мое почтение. А сколько лежит спрятаться? Крышу залезь, что ли? Ладно, сейчас зайдем сюда, посмотрим тут. Если вам нужен отличный поднимайте свои кружки, повторяйте вслед за мной, отомстит за наши беды. Я не пойму, зачем она сделала этих уродов, которые перед лицом скачут, ну, раздражает. Что за бред? Подбежал и вытанцовывать перед лицом. Ну что за херня? Мы тут уже были. Что-то я немножко не понял. Может, на крышу все-таки надо зайти? Где-то наверху там шастает. Макефа! Он в своем уме! Эколчар! Окружайте его! А, вот он и он сам. Ай, блин, красиво. Сам попался. Отлично. А он где ты этому научился? Это, ребята, годы тренировок. Тебе нечего здесь делать. Годы упорных и усердных тренировок. Да ё-моё. А, остановись! Сам нарвался. Я тебя не хотел трогать. Ох ты, ёб, не хочется. Цепляйся. А, вспомнил, точно, вот же меня обучали. Вот теперь, кстати, я понял. Теперь все-таки, оказывается, это полезная опция. Это я задавался вопросом, нужна ли будет эта опция, это умение или нет. Нужно, да, все, я убедился. Абсолютно полезная вещь. Иначе мы бы просто бы сейчас не залезли. Ну есть тут гробница ассасина в этом городе или нет? Я, по крайней мере, на карте не вижу. Вот не вижу и все. Где что-то она? А может и нету. Ладно, посмотрим дальше. Двигаем еще одно задание выполнять. А, это что-то подруга. Лазать по лесам ты уже научился. Теперь проверим под открытым небом. Значит, залезь на ту башню. Торна фрау Натима. Огромный скачок вперед. Как можно быстрее заберитесь на башню, подтягивайтесь в прыжке. Окей. Так, где башня-то?
Надо еще до башни добежать надо. Я не понял, а это не та ли башня, на которую я только что лазил? Ребятки, что-то я не понял. Где ж только что на залез? Абсолютно неосознанно так просто точку синхронизации открывал. По сути, я задание выполнил. За ростовщичество были пересмотрены. Списки новых штрафов. Это не эта башня, она вывешены на всеобщее обозрение в здании городского совета. Прикольно, наверное, это она и есть. Ну да, это же она и есть. Получается, я залез на ту башню. Не знаю, что это. Оказывается, это башня, которую нужно было выполнить в качестве задания. Залез. Уже залез. Ладно. Дважды на нее залез. Ну? Похоже, ты научился всему, что я знаю. Я расскажу об этом Антонио. Займись другими делами. Мы почти у цели. И задание выполнили, и точку синхронизации открыли. Все по классике. Отлично. Поверите, насколько низкий у меня товары. Так, а вот что тут вот это задание рядом. Сверху, наверное. Стоит и ожидает. Вот он я. Бен Травато, Уго. В чем дело? Вам с Розой удалось бежать, но остальным повезло меньше. Эмилио схватил их, и теперь они ждут казни. Ты знаешь, где их держат? Они все еще в этом квартале, но это все, что мне известно. Найди их. Я мигом приведу сюда твоих братьев. Побег. Освободите воров, арестованных Эмилио. Аж нефиг делать. Погнали. Ох, прикольно. Такой как бы вечереет. Классно. Атмосферненько. Да ладно. Вниз! Ура! Ага! Далеко ты не уйдешь! Сам нарвался. Так, шагметочка. Вон он, вот все увидим. Как нам тут... сыграть. Достану я его отсюда. Да. Рынки принадлежат народу! Эмилио нужно не единство. Быстрее! Единоличная власть! Вы ответите за свои преступления! Рынки принадлежат народу! Эмилио нужно не единство. Единоличная власть! Вы ответите за свои преступления! Рынки принадлежат народу! Эмилио нужен единицы! Единоличная власть! Вы ответите за свои преступления! Бей его!
Рынки принадлежат народу! Имелю нужно не единиться. Единоличная власть. Вы ответите за свои преступления. Рынки принадлежат народу! Имелю нужно не единство. Единоличная власть. Вы ответите за свои преступления. Рынки принадлежат народу! Имелю нужно не единство. Ребята, ну хватит, власть. Все поняли же, повторяйтесь. Вы ответите за свои... Свободны. Сюда. Отведите воров Юфа. Уго. Погнали, двигаем, ребят. Двигаем. Ты свихнулся! Убирайся отсюда! Друзья, у меня отличные товары! Ведь такие цены, что я чудо мне еще не разобьюсь! Друзья, отличные товары! Залазит или нет? Ну вот вот, вот. Так в чем проблема? Чего не лезем? Segue me. Так, одно задание выполнили. Еще два. Да ладно, мне везде уже можно, что-то не видишь. Что-то тут эхо! Отрушайте его! Прокачанный по полной. А его не вижу! Вон он! Эхо! Вон он! Бэмс. Ваншотить сразу двоих. Так, сохранить наше время. Сэкономить наше время на драке с двумя. Где? Опа. Это было красиво. Ну, подходим по одному, уроды. Быстро устанет, так что не рискуйте. Ждите, пока он раскроется. Свободны, ребятки, свободны. За мной. За мной. Го, го, тебе го. Нужна медицинская помощь? Нет, в порядке пока все. Ты, блядь. Нет. Пойдем. А сюда нельзя, да? Ладно, вы умеете лазить, да? Умеете. Значит, наверх. Чтобы стражниками лишний раз не пересекаться. Thank you.
лезет или нет? А, лезет, отлично. Так. Ребятки, гоу-гоу-гоу. Остальные где? Идем. Так, отлично, еще. Послушай, как они визжат. Неудивительно, что их хозяин прячется. Ладно, хрен с ним. Так тоже. Это лицо Ладжу. Это ты собрался. Так тоже неплохо. Покончим с этим делом. Все. Ну да, это было даже красивее, чем в прошлый раз. Да эти боги, они еще не реагируют на нас никак. Не отставай. Все, за мной, ребятки. Ко мне. Я поражен. Не думал, что ты так быстро добьешься успеха. Я постарался. Я сообщу об этом Антонио. Зайди позже. Для тебя есть еще одно задание. Какое задание? Приходи на пристань, я все расскажу. Молто бене. Молто бене, чувак. Ну что ж, ребята, на этом мы будем заканчивать сегодняшнее прохождение. Что будет дальше, мы будем узнавать уже в следующей серии. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И, конечно, подписывайтесь на канал. Всем пока!